Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на выставке женского портрета и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Эта выставка проходит на третьем этаже основного здания Воронежского художественного музея имени Ивана Крамского. На выставке представлены более 40 портретов, как графических, так и живописных. Работа над выставкой начинается с создания концепции. То есть нужно определиться, что мы хотим показать этой экспозиции. И в ходе исследования фондов нашего музея оказалось, что женских портретов очень много. Мне необходимо было осуществить какой-то выбор, какую-то выборку. Я решила, что выставка будет посвящена женским образам, на которых не будет изображено каких-либо явных атрибутов социального положения портретируемых. Таким образом, получается, что экспозиция строится по хронологическому признаку, но при этом выставка остается тематической, объединена общей идеей. На выставке представлено 35 живописных и графических работ. Экспозиция условно поделена на три раздела. Это портретное искусство 18-19 века, женские образы, графические конца 19-го, начала 20 века и советское искусство с 1920-х годов по 1990-е годы. Тематические выставки обретают все больше популярности в выставочном деле. Одной из первых выставок, посвященных женскому образу, женскому портрету, была проведена в редакции журнала «Аполлон» в 1910-х годах. На рубеже 19-20 веков графический портрет получает особую распространенность. И, собственно, графика переживает новый виток развития. Интересно то, что вместе с реалистическими тенденциями соседствует символизм и модерн. И на выставке жемчужиной нашей экспозиции является графический портрет девочки 1908 года Валентины Серова. Рядом с ним представлен портрет Пастернака, на котором изображена его старшая дочь. Интересно, что эти портреты висели в основной экспозиции вместе. Это мы видим на старых архивных фотографиях. И таким образом на этой выставке захотелось провести такую параллель и также разместить их рядом. Раздел советской живописи начинается с портрета дочери, написанного в 1929 году Александром Михайловичем Любимовым. В портрете, представленном на выставке, особо заметно богатство тональных отношений и совершенность рисунка, широкое свободное письмо, использование разнообразной фактуры. Видно, как художник мастерски работает как с локальными цветовыми пятнами, так и прозрачными лессировками, которые вместе достигают потрясающего объема формы. Живописная манера Валерия Ивановича Леванидова, опирающаяся на правдивую передачу натуры и простоту композиционных решений, в портретном жанре сформировалась в 1930-е годы. Художника привлекали искусство полутонов и поэтика красочных нюансов. Одним из примеров этого периода является женский портрет шалью 1938 года, тяготеющий к тональной живописи и мягкой лирической цветовой гамме. О возрождении интереса к интимно-лирическому портрету в советском искусстве можно говорить в портрете Зои Гриценко 1935 года кисти Александра Ивановича Локтионова. Этот портрет обладает всеми характерными признаками этого жанра. Нейтральный фон, не отвлекающий внимание от модели, доверительный диалог между портретируемой и художником. Владимир Исаакович Прагер продолжает реалистическую тенденцию в советском искусстве. Его портрет жены 1940-41 годов – уникальное произведение, поскольку основной круг тем художника заключался в отображении жизни и быта Новой России. Однако даже в этом портрете виден основной творческий метод мастера – художественный документализм, который сформировался у Прагера во время обучения на центральных художественных курсах при Ассоциации художников революционной России. Потрясающим мастером портретного жанра является Андрей Андреевич Мыльников. Он писал своих друзей, ярких представителей культуры своего времени. Однако наибольшую известность ему принесли именно женские портреты. Например, портрет китаянки 1956 года.
Он пишет женские портреты с нежностью, находя в каждой модели трепетное очарование. Особенно важно для художника было отразить красоту в своих произведениях, найти идеал гармонии человеческого духа. Мне хочется создать нечто такое, что полнее выражало бы мои мысли и чувства, и чтобы это не была просто модель. Мне хочется шагнуть непосредственно от модели к чему-то такому, что с юношеских лет сохраняется в глубине души, как представление о прекрасном, отмечает сам художник. Наверное, поэтому Мыльников так близок по живописной манере к Константину Коровину и Валентину Серову. Анатолий Павлович Левитин является ярким представителем плеяды советских художников, чья творческая деятельность, начавшаяся в 1950-е годы, отразила жизнь нашей страны в периоды послевоенного восстановления, разрушенных городов, освоения целины, грандиозного строительства, прорыва в космос. Воплощение патриотических идей своеобразно нашлось у Левитина и в женском портрете бетонщицы Таи Тупиковой 1970 года. Если не название, то невозможно было бы даже представить, кем работает эта красивая девушка. Эта картина замечательно иллюстрирует живописную манеру Левитина, которая сформировалась в 1930-х, в начале 1950-х годов и практически не претерпела изменений. В ее основе, безусловно, видна традиция русской реалистической живописи последней трети XIX века, а также французского импрессионизма. Благодаря выверенному колориту, точности рисунка, лаконичному композиционному решению, в женском портрете Левитина образ приобретает особую ценность. В портретах Левитин выходит за пределы чисто реалистического метода, вводя элементы импрессионизма, что позволяет мастеру более точно отобразить индивидуальные черты модели. 80-е годы представлены двумя полотнами Исаака Наумовича Ломкина. Это портрет его дочери и портрет Лены Масленниковой. Несмотря на то, что эти произведения написаны маслом, создается ощущение, что они выполнены пастелью, поскольку мы видим богатство колористических нюансов, размытые контуры, то есть так называемые сфумата. И здесь даже можно провести параллель с произведениями Ренуара. И мы благодарим вас за интерес к выставке «И прелести твои секреты. Разгадки жизни Равносилин», которые проходят в Воронежском художественном музее имени Ивана Крамского. До новых встреч!